С 22 сентября в Туве начались акции в честь Дня Енисея – экологического праздника, учрежденного главой республики Шалваном Караулом в 2012 году. В рамках программы уже состоялись конкурсы фотографий, вечер поэзии, книжные выставки, показы фильмов, посвященные Великой Сибирской реке, которая рождается в Туве. День Енисея будет отмечаться в республике до 30 сентября, сообщается на сайте правительства Тувы. Его продолжат интернет-викторины, круглые столы, субботники по очистке берегов не только Енисея, но и его притоков. Венчает экологический праздник велопробег по многокилометровой дорожке, проложенной вдоль реки, и флешмоб «Мы любим Енисей» у центрального монумента архитектурного ансамбля «Царская охота» обелиска Центр Азии.